Я не могу так, не видел. Ну, много случаев, когда вы отказываетесь от европейского какого-то оборудования, комплектующих в пользу китайского. Ну, это больше экономическая составляющая. Тут много факторов надо складывать сразу. Однозначно сроки поставки влияют. Сроки поставки влияют, да, на длительных поставках. Там, где мы можем себе позволить, мы можем получить образцы какие-то, проверить качество, потом заказывать какие-то партии. Многие, скажем, характеристики продукции, которые у нас есть, у них нет. То есть для них там некоторые функции, которые мы здесь уже давно применяем в России, для них это новинка. Новинка. Блин, даже так, да? Да. А зачем тебе на машине в Киев ехать? Давай посмотрим. Ну, конечно, приходится адаптировать наш продукт, то есть выпускать новые продукты или под эти рынки, потому что они привыкли вот видеть, допустим, станция, чтобы выглядела по-американски, несмотря на то, что человек может жить в Ираке, но он любит, чтобы видеть американскую станцию управления. Но все равно. Завтра с утра? Поэтому мы делаем продукт, который как бы выглядит, соответствует требованиям этой компании. Через Москву? Ну что ты сегодня... Нет, это же понимаешь, что вечером на Москву только выйдешь. Хорошо, понятно, спасибо. Ну и пока... Как-то другие страны есть. Случайно. Меня зовут Сергей. Дальше, наверное, я буду продолжать уже экскурсию по производству. Вот, расскажу, как у нас тут что где, как тут процессы производственные, вот, ну и так дальше. Мы сейчас находимся на втором этаже нашего производственного помещения. Тут у нас происходит сборка, монтаж и проверка блоков электроники. Сейчас везде мы зайдем, посмотрим. Но сначала хочу по коридору показать отдел снабжения, отдел технологов, и потом мы зайдем уже с той стороны сюда. И все то, что нужно для производства. Отдел снабжения, они... Можно отложить информацию. Применяемые стандарты у нас на производстве. Он автоматически ставит SMD-элементы на печатную кладку. На перспективе он у нас такой очень большой. Пастой паяльной. Okay.
долго будет программа работать? Ну там минуты три, наверное. Ну, посмотрим, что получится в итоге. Остальные печатные не праздник. Они печатают в этом месте, мы закупаем там печатку. Вы закупаете? Нет, мы их разрабатываем и заказываем у наших коллег.